Друзья, салфетки с бамбуковым волокном все больше и больше меня выручает. И я думаю, даже как же я раньше без них обходилась. К Пасхе, конечно, я уже вам показывала, я вырастила такую замечательную пшеницу, которую кушать можно с удовольствием, это аромат лета. Ну и красиво, можно использовать не обязательно только на Пасху, такой декор. А еще, девочки, как вы думаете, что это такое? А это я прорастила обыкновенные семена льна, которые можно купить за копейки в любом магазине. В магазине даже не тратится на микрозелень, которая иногда бывает и дорогая. И вот, пожалуйста, вот такая вот прекрасная зелень. Дело в том, по видимости, дачный сезон не так скоро уже и откроется, а вот такое чудо иметь у себя на подоконнике и с пользой для здоровья очень даже здорово. Друзья, бамбуковых салфеток осталось уже совсем немножко. Кто заинтересовался, имейте в виду.